щенки у нас здесь. Помню, затолкали их в комнатушку. Они там ни на что не похожи были. А здесь они вон такие славненькие у нас. Слава богу, но они не привиты еще. И мы не знаем, как вот на рынок-то их выносить. Их надо привить. Здравствуй. Че, маленькие, отделили? Да потому что ты это, кушать не даешь. Большой? Угу. Дым не давато. Надо убрать. Есть такое, что кушать сделали. Это вот для отделять. Бограда 74. Там оставались три щеночка. Вот мы приезжали на следующий день, и почему-то их там не было. Может быть, кто-то их все-таки разобрал. Ну, переловил. Может, даже из-за нас. Смотрят, мы ездим там. Шаримся. Побоялись. Зло какое принесло. Кто-то тоже беспокоится. Людей добрых много. Они переживают об этой живности. В человека в каждого вложено Божье. В каждого. Просто не надо все это закапывать внутрь себя.